сегодня. По пути домой заехал на пляж. Смотрю, погода хорошая. И на пляже достаточно много по сравнению с прошлыми днями людей. Ну ладно. Попробуем посмотреть поближе, как у нас море, как там купаются. Загорать вполне можно, хотя ветерок, конечно, такой дует. Но, в принципе, нормально. Вполне похоже на лето. Я сегодня в майке телефона доверия Забайкальского края. Нормальный день, в принципе, конечно. Люди уже приехали некоторые давно, все, погоды не было сегодня, наконец-то. Такой погожий день. И действительно можно погреться на солнышке. То, что боронили здесь несколько дней назад, уже отборос ничего нету в помине, видимо, опять что-ли шторм был. Но я вот сейчас еду практически по краю моря, где еще можно проехать, но уже немножко завязаю.
напротив бархана, где сидел, тоже стоит велосипед, женщина какая-то. Собирают мусор. Я сейчас проеду потом на Пионерский проспект и домой. Вообще у меня такая незапланированная сегодня поездка была. Можно, кстати, тоже на барханчике зайти, посидеть, рассмотреть фотографии, которые тут кто-то сидит. О, красота. Кручу, педали кручу. Опа. Так, что там у нас? Да, фотографии, конечно, получились не такие. Все-таки, да. Ну вот, Олег получился хорошо. Это хорошо получилось. Что, они все перепутали, что ли? Дедов должно быть. А, да, два. Правильно. Ладно, сейчас жарковато, тут можно сгореть, поэтому поеду-ка я дальше.
это страх. Дай велосипед, друг. Тоже пляж обустраивается. Сгоревшие люди видны, красные такие. Вон до того бастиона прямо по курсу должен доехать, и там я обычно выезжаю на Пионерский проспект в том месте. Так, ну-ка я сейчас по кромке постоянно поеду. Полегче будет, наверное, да.
Ребенок побежал купаться. Thank you.
долгая дорога в дюнах. До Анапки, до Анапки по Пионерскому идет велосипедная дорожка, поэтому, возможно, я сейчас по ней поеду. При езде по шоссе велосипед издает шинами, ну и, видимо, потоком ветра в спицах такой вот шум, немножко похожий на вой, завывание такое.
впереди еще один велосипедист. Пахнет кошеной травой, ветерок в лицо, солнышко сбоку, так что ехать комфортно, дорога ровная. Когда едешь берегом моря, кажется быстрее, видимо, все-таки отвлекаешься на мысли о море, о вечном. А когда возвращаешься по Пионерскому, кажется, дорога дольше в два раза.
Ну вот, практически я доехал до детского парка. Тоже уже первые торговцы осваивают новые ролеты. Провода, кабеля какие-то.